Я Федос, сегодня новое видео по Мадау. Ой, по карпаркингу. Извините, что не было видео. И чел просто сказал включить запись. Прикиньте, что мне интересно. Я реально говорю это без всякой постановки. Могу вам даже наше сообщение. Вот, видите, у кого iPhone? У меня iPhone. Снимай. Вот он написал. Снимай. Ну, я снимаю, братан, ничего. Давайте напишем. Стоп, а что у него за ник? Фронтзенс. Сейчас подождите, ребят. Подождите. Меня просто так вот чуть-чуть заскамили на вот этот Майбах. Ну, как это сказать, Майбах? Где этот чел? Давайте просто реально... Сколько жига стоит? 10. Продать авто за... Пожалуйста, 500 купи. Умоляю его. Да, за 2 ляма 500. Ну, я в 200 тысяч окуплюсь и все. Так это, ну, ничего. Блин. Эх, жал. Кто обмен чит? Спасибо, у меня Камри чит. Прикиньте, мне реально Камри за 1 рубль читерская. Там у нее спойлер. Мне реально Камри... Сколько у меня сейчас? У меня 10 лямов. Еще плюс вот это говно, которое я должен продать. Я перекуп, короче. Если встретите никнейм Ют Федосов, и он будет на М5 или на i8, да, это донатные тачки, или на Камри, это я их купил. Я не донатил на них. Заур, купи, пожалуйста. Прикиньте, он сейчас берет и покупает. Ставь за 15 миллионов. Пацаны, 15 лямов, это не игрушки. 15 лямов. Это же 15 лямов, да? Не помню. А что это так? Не понял, почему. Ну. Заур! У меня купили. У меня сколько денег? У меня 25 лимонов. Вау! Где Заур? Заур, спасибо тебе большое. Если ты смотришь это видео, спасибо тебе большое. Ты крутой человек. 25 лямов. Чего, блин? Мне дали два... Мне просто какую-то тачку, которую я купил за 2, на которую меня обманули. Я ее за 15 лямов. Ну, можно сказать, меня просто обманули. Я ее за 2 ляма 300 тысяч купил. И просто тут ее взяли и вот так вот вдруг за 15 лямов чел забрал. Блин. Жаль его. Жаль, конечно, этого добряка. Блин, у меня 13 лямов. Я и так 10, ну, не... Я и так 1... Ой, 25. Я и так, блин, никуда 50 лямов еле потратил. Ну, и тут у меня еще, блин, плюс тачку купили. М5, авдюха. Вон, кстати, у меня такая вот М5. Как он? Красивая, такой гелик, кстати. Кто, кстати, может купить? Он, кстати, новый, я его ни у кого не покупал. Новое авто, вот, видите, я его покупал сам.
1 лям 715 тысяч вроде бы. Ну, без обвесов всяких. У меня 35 монеток всего лишь. Стоп. Сейчас. А ежедневное вознаграждение? Смотрите, мы на 7-й день получим вот этого. Потом на 14-й банан бесплатно. Так. Ребят, погнали, может, что-нибудь покупим. У нас 25 лямов вообще есть в кармане. У меня еще i8 есть такая. Но она что же вроде бы донатная тачка, да? Но я ее за 7 лямов купил. У меня i8, я покупал первую i8 за 7 лямов. Потом я ее за 10 перепродавал. Потом мне на вьюху предложили обмен на m5, я m5 за 20 лямов слил. Это было очень плохо. И можно сказать, я вчера весь день, ну вот, именно в карпаркинг играл. Только вот я отходил там елку наряжать. И в модаут чуть-чуть поиграл утром. И уже так весь день я вот играл и возвращал m5. У меня было 2 m5, но... У меня 3 m5 за всю историю игры. И 2 i8. Это вот вторая i8. А в дюхе у меня все новые. У нас что, никого нету? Я случайно для друзей зашел. Погнали, короче, что-нибудь реально купим на эти 25 лямов. Ну просто, блин, что мне покупать? Вот что мне посоветуете? Или 50 лямов копить до лимита? Ну, в принципе, я i8 не собираюсь продавать. Потому что i8 мне нравится. Ля, мне уже гонки кидают. А у него же типа ж мало сил. А я случайно игнорировать нажал. Ну, вы посмотрите на i8, какая она красивая. А я ее прям в стоке всю покупал. Прям вот всю в стоке. Это я ее перекрасил. Еще у меня самая последняя машина была, но я ее за 10 лямов продал. Случайно. Случайно за 10 лямов. Да. Сколько? О, кстати, милицейский. И она и 8 лишний. Опа, это что, акула? Акулу заберем.